International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Сочи нет объектов инфраструктуры, готовых принять олимпийских мероприятий. Но, видимо, российская власть и лично Путин нашли какие-то другие очень весомые аргументы, которые убедили членов Международного олимпийского комитета, что именно Сочи должно стать столицей зимних олимпийских игр 2014 года. Вез по сочинской дороге я на Ниве Жака Робби. И желание придираться вдруг прошло у иностранца. Опа. Замечательно. Наверное, это был уникальный случай в истории Международного олимпийского комитета. Сочи все-таки субтропический курорт. И проводил там не летнюю, а зимнюю олимпиаду. Все объекты, на которых я работал, вдруг стали олимпийскими. Вдруг появилась олимпиада. И вдруг оказывается, что одна компания «Москэнергосбыт» сидит практически на всех олимпийских объектах в Сочи. Лещевский, управление делами президента, он меня вызвал и сказал, что я должен был платить ему 12%. Он говорит: слушай, значит, тут вопросов тебя не спрашивают, хочется или нет. То если ты заходишь на объект, ты должен столько-то заплатить. И все. Это стало называться, ну, в наших, так сказать, между собой, мы называем как коррупционный налог. То есть, если чиновник хочет эти компании, чтобы ему платили 12%, он составит 12%. Если хочет 15%, 30%. Вы ему заплатили? Да. Мы им платили. Настроили много? Всего. Подъемники. Хорошие, шикарные, можно сказать. Трассы хорошие сделали. Почему меняются вот руководители олимпстроек как перчатки? Потому что после этого места у тебя место одно будет в 2015 году – тюрьма. Потому что эта компания сделана, чтобы украсть несколько миллиардов долларов из бюджета. Это одна из самых больших схем по выводу денег из государства в частные руки. Совершенно очевидно, что речь идет не о проведении олимпиады. Олимпиаду можно не проводить вообще. От олимпиады можно будет отказаться в последнюю минуту. Главное – выстроить инфраструктуру, которая перейдет в частные руки. А олимпиада в Сочи – это одна из самых гигантских и преступных афер нынешней российской власти. Мы бы еще куплеты спели, но и забывать о деле нам, увы, никак нельзя. С Новым годом вас, друзья! Опа!